Мы знаем, что практически все стандарты лечения, протоколы обычно относятся к светлоклеточному плоскому, светлоклеточному почноклеточному раку. При этом не светлоклеточный пул пациентов остается не и как бы идет, скажем, также по тому же принципу, но рандомизированных исследований при этих типах рака не проводилось при приеме различных лекарственных препаратов. Тем не менее, если говорить хотя бы о том же папиллярном раке, который составляет 10-15%, то можно сказать, что это не такой уж маленький пул пациентов, который требует такого же индивидуализированного подхода и требует, конечно, достаточно, наверное, полного обследования и в том плане, о котором говорил предыдущий докладчик, то есть с учетом тех прогностических факторов, которые могли бы подсказать, что делать. Если, опять же, просто вернемся к нашим протоколам, это исследование KEYNOTE-426, которое легло в основу рекомендаций по применению комбинации окситиниба и пембролизумаба у больных раком почки. Если посмотреть на критерии включения в исследование группы, то мы видим, что в исследование включались только больные со светлоклеточным почечно-клеточным раком 4-й стадии. На сегодняшний день известно, что пациенты с немелкоклеточным раком, не светлоклеточным раком, и в частности с папиллярным раком, практически не отвечают на мультикиназные ингибиторы тирозинкиназ, то есть сутенты, пазопониб, сунитинип, сорафениб и так далее. И есть препаратом выбора является кабазитиниб, который его рекомендации его включены на основе исследования по данному препарату. И если говорить о комбинации окситиниб и пембролизумаб, опять же, рандомизированных исследований для больных с папиллярным раком, в частности, не проводилось вообще с группой несветлоклеточного рака. Поэтому я хотела привести некоторые нерандомизированные исследования. Они в основном небольшие и являются исследованиями второго фазы, которые показывают все-таки какую-то активность отдельной препарата окситиниба и ингибитора PD-L1. Это исследование было опубликовано и доложено на ESMO 2018 года. Вошли пациенты с папиллярным типом рака, которые получили окситиниб в монорежиме, показали достаточно неплохие результаты эффективности по медиане времени без прогрессирования и по медиане общей выживаемости, в зависимости от типа опухоли. Еще одно исследование, уже по исследованию пембролизумаба, это KEYNOTE-427, также исследование второй фазы, доложено было на ASCO в 2019 году, и здесь изучалась когорта отдельно больных со светлоклеточным раком и несветлоклеточным раком. Но несветлоклеточный рак включал как папиллярный рак, хромофобный рак и неклассифицируемый рак. Здесь количество больных достаточно презентабельно, 165 пациентов и 110 больных с когорте А со светлоклеточным раком. Результаты исследований по несветлоклеточному раку показали, что объективный ответ со стороны больных раком, папиллярным раком составил 28,8%, хромофобный рак более агрессивный 9,5% и недифференцированный 38%. При этом медиана времени без прогрессирования мы видим, что она больше была все-таки у больных с недифференцированным раком, но медиана выживаемости у больных папиллярным раком она достаточно презентабельна, такая 31,5 месяцев против 2,8 месяцев при хромофобном раке. На основании этих результатов был сделан вывод, что монотерапия пембролизумабом первой линии показала многообещающую противоопухолевую активность при несветлоклеточном раке, и профиль безопасности был аналогичен профилю, наблюдаемому при других типах рака. Исследование пембролизумаб плюс окситиниб, то есть уже комбинация, также это вторая фаза, эти исследования были проведены в Италии, 14 центров участвовали в наборе пациентов, было в итоге набрано 32 пациента, непосредственный ответ оказался достаточно высокий, особенно у больных с папиллярным раком, мы видим 47,7%, но всего ответило на лечение порядка 44% больных.
При этом медиана времени без прогрессирования в общей популяции составила 10,8 месяцев. И опять же, 11 пациентов только прервали лечение в связи с развитием непереносимой токсичности. Нежелательные явления в основном оценивались третьей степенью токсичности и были представлены аутоиммунными реакциями. Это гепатит, гипофизит, диарея, панкреатит, астения. В 12 случаях у пациентов отмечался ладоноподошвенный синдром на фоне приема окситиниба, но он оценивался второй степенью токсичности. И в принципе, в результате этого исследования исследователи сделали вывод о том, что комбинация пембролизумаба с окситинибом может быть активным и осуществимым вариантом лечения первой линии больных с папиллярным и хромофобным метастатическим почечно-клеточным раком. Чему я это все рассказывала у нас? Вот я хотела представить пациента 78-го года рождения, который заболел летом 19-го года с жалобами на умеренную болезненность по всему животу, больше правой эпигастральной области, поясничной области. При УЗИ было выявлено образование правой почки в июле 19-го года. Выявлено при КТ-образовании также правой почки. Метастазы в лимфатические узлы, парковальные лимфоузлы, вы их видите, и с распространением опухоли на лоханку, ворота почки, опухоль слабо накапливала контраст и содержит сало в структуре кальцинацию. Так в том же году, буквально через неделю, больной был оперирован, была произведена резекция почки, гистологическое заключение – папиллярная почечно-клеточная карцинома второго типа с очагами прорастания в жировую клетчатку. На УЗИ через неделю после операции диагностировано расширение чашечно-лоханочной системы правой почки и был установлен стенд. С диагнозом рак правой почки Т2НХМ0 пациент был отпущен домой. И в феврале 2020 года, то есть почти через полгода, были выявлены метастазы в лизобрюшинном пространстве, мезендриальные лимфоузлы, явление асцита, МРТ, МТС поражение лимфатических забрюшинных лимфоузлов, вы видите, и, в общем-то, диагностировано прогрессирование процесса. Тогда же, в октябре 2020 года, в плановом порядке, он был госпитализирован в частную клинику, где была произведена биопсия лапароскопическая, и гистологические результаты, опять же, подтвердил папиллярный почечно-клеточный рак, но первого типа. При иммуногистохимии выявлен PD-L более 1%. И даны были рекомендации на ингибиторы тирозинкиназ, сунитинип по схеме 2+1. Через 2 месяца после приема этого препарата у пациента отмечено прогрессирование заболевания. Сунитинип был заменен на позапонип. Но опять же дальше пошло в мае 2021 года опять прогрессирование заболевания, канцероматоз, передние брюшные стенки, асцит несколько уменьшился, но увеличились метастазы по брюшине. И канцероматоз брюшины, передней брюшной стенки тоже виден. В этот же момент было решено перевести пациента на комбинированную терапию, то есть окситинип пембролизумаб, ну, как обычно, с контролем, как следует, через 2 месяца. Через 2 месяца на фоне комбинированной терапии отмечено уменьшение метастазов, уменьшение асцитов, но белома – это было некоторое образование, кистозное образование в печени, которое, в принципе, не имело отношения к злокачественному процессу. Через 2 месяца решено сделать циторедуктивную еще раз операцию, метастазэктомию. В июле 21-го лапаротомия, циторедуктивное иссечение деструкции ткани брюшины, аппендэктомия, удаление брюшины, сальника, метастазов передней брюшной стенки, метастазы опухоли брюшейки, гепатодуоденальной связки. И вновь гистологически понятное заключение говорит о том, что это папиллярная почечно-клеточная карцинома первого типа. Учитывая положительную динамику на проведенной ранее терапии, терапия окситиниб пембролизумаб была продолжена. Через полгода при контрольном обследовании как будто бы идет прогрессирование по ходу передней стенки брюшины, осумкованная жидкость небольшая в брюшной полости, но это прогрессирование оценено как олигометастазирование, поэтому решено не прекращать лечение и вновь продолжена терапия окситинибом пембролизумабом.
И уже в мае 2022 года стабилизация процесса с положительной динамикой, в динамике уменьшения метастазов брюшины, лимфатические узлы, ну и так далее. Вновь опять продолжена терапия, и уже в сентябре, опять же через полгода, дальнейшая регрессия процесса. Остаются остаточные лимфоузлы по брюшине. И, в общем-то, пациент продолжает получать. Последнее исследование у него было вот в январе 2023 года, и мы вновь видим уменьшение размеров ранее выявленных метастазов. Пациент продолжает получать эту терапию. Получается, уже 2 года на терапии axitinib pembrolizumab, переносит его в целом хорошо, без каких-либо побочных явлений. Вначале были, конечно, и ладоноподошвенный синдром, и давление у него подскакивало, но все это в итоге выровнялось на сегодняшний день. Состояние абсолютно, вот, в общем, статус очень хороший. Пациент продолжает работать, и, ну, на наш взгляд, эта комбинация в данном конкретном случае оказалась очень эффективной. Ну и, в общем-то, комбинация, конечно, axitinib-а с пембролизумабом, она, ну, наверное, должна быть учитываться для лечения больных с папиллярным, в частности, раком почки, то есть не светлоклеточным раком почки. Все, спасибо большое.